Приезд делегации стал возможным благодаря длительным переговорам между торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Республики Сербской. В 2013 году ТПП Абхазии принимала участие в выставке в городе Биелина. В рамках выставки делегация ТПП Республики Абхазия встретилась с руководством ТПП Республики Сербская. Кроме того, торгово-промышленная палата Абхазии трижды посещала республику в составе правительственной делегации. В 2013 году мы подписали соглашение с торгово-промышленной палатой. Много лет обсуждали разные варианты нашего взаимодействия. Несколько раз представители палаты посещали Республику Сербская. Мы даже организовывали для наших художников участие в пленаре художников международном. Наши художники присутствовали. То есть было очень разных, много контактов, и мы считаем, что созрел момент для наших и экономических контактов, экономических взаимосвязей. Геннадий Гагуля выразил уверенность в том, что приезд делегации будет содействовать расширению и налаживанию деловых контактов между нашими странами. Встреча носит важный характер в развитии двустороннего сотрудничества. На встрече представители делегации Республики Сербская рассказали о потенциале своей страны. В торгово-промышленную палату входит 9000 хозяйственных экономических объектов, которые распределены по 5 направлениям. 95% объектов – это малые и средние предприятия. В Республике Сербской доминирует частный сектор. В государственному сектору относится энергетическое направление, леса, железные дороги. А все остальное в основном относится к частному, приватному сектору. Республика Сербская – государственное образование на территории Боснии и Герцеговины с большим экономическим и туристическим потенциалом. На встрече отмечалось, что Абхазия и Республика Сербская имеют очень много общего и будут сотрудничать прежде всего в сфере туризма и в других направлениях. Нала Кови, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.